Всем привет! Всем привет! У нас сегодня небольшой шопинг. Нам нужно найти кое-что. Совсем чуть-чуть. Да, досмотрите видео до конца, я потом покажу, как я использовал то, что мы нашли, то, что мы найдем. Не переключайтесь. Мы в магазине Target. Мы приехали в другой магазин, в другом городе, чтобы найти крючки для вешалки. Наша стоячая вешалка уже теперь плохо стоит, поломалась стойка. И здесь были коричневые. Нам нужны повесить. Уже нету. Это просто какое-то на букву З. Не, ну слушай, давай мы возьмем. Итак, начнем, ладно. Вон здесь темный. Коротенький обзор. Сколько это стоит? $24, $14. Итак, у нас есть размеры. Нам две нужны вешалки. Она черная, она не коричневая. Черная? А. Ну, Настя у меня умеет докапываться до сути. Черная? Настя, у нас же стена там. Она желтая. Желтая. Как она будет черная смотреться? Ты думаешь белую, а черные крючки? Ну да, наверное, все-таки белую. Прикинь, мы в том магазине не купили, приехали сюда и опять купили. И все-таки выбрали белую. Не, подожди, вот нам бы вот такую купить. Вот ту. Ладно. Сейчас мы вернем обратно. Я тут пока держателем работаю. Так, Настя, вещи. Мы, наверное, все-таки вот такую коричневую. Нам нужно на стену и на дверь. Может, такую возьмем, солнце мое? Ты думаешь, крючок оденется? Нет, это для шапок. Нет, нет, это вот не наденет. Вот такая хорошая, но она светленькая. Вот такая. Да, у нас темно-коричневая дверь. И нам хотелось бы на нее прикрутить. И на стену, на желтую, тоже прикрутить. Что думаешь, можно, Настя? Можно вот такую, как раз на 4 куртки. На 4 куртки? А это куда прикрутить? На дверь или на стену? На стену. На стену, на двери. Чтобы распределить. Как? Чтобы распределить. Теперь же бы все повесить. Ну, мне все повесит, потому что у нас там висит несколько курток. У каждого по две. Ну, у нас куртки в коридоре, которые носим, одеваем, только 4. Ладно, не буду я с тобой спорить. Это же я уже говорил. Дорогое удовольствие. Поэтому давай, принимай решение ты. Я всего лишь оператор видео. Да вот я, мне вот белая нравится, да? Ну смотри, вот эти три черные, Настя, мне как-то она вообще. Я мерил, сейчас я посмотрю. У нас размеров 2. Так куда мы будем? На стену вешать? На стену я не повешу. Как это ты не повесишь на стену? Что ты такое говоришь? Она гипсокартонная или какого-то вообще материала непонятного. Там могут крючки не держать. Ты сказал, что ты все по это. Ну, значит, купи себе прибор, который находит деревяшки в этой. Понятно. Ладно, я все сделал. Откосить не удалось. Я все сделал. Найду, как закрепить. Ну, выбираем. Выбираем. Ну, такой мы не будем, да? Да, в принципе, можно такую, Настя. Она длинная. Сейчас момент. Я поставлю видео на паузу, посмотрю в телефоне размеры. Я делал размеры, смс-кой сам себе отослал. Либо вот такая. Видишь, она как. Под дерево. Ну, блин, как-то. Здесь вот под дерево черные крючки. Нет, я не знаю. Мне как-то вот это нравится. Сюда можно повесить а больше. Вот, смотри. Такая. Белая. Такая с классическими крючками. А цена вопроса какая? Все по $24, да? Ну, да. 30. Ну, с полочкой нам нафиг там не нужно, солнышко. Ладно, отключайся. Ладно, момент. Ну что? Мы посовещались, и Настя решила, что мы возьмем вот эти. Они такие классического вида. По длине у нас там получается 29,5 дюймов. А здесь где-то написано. Так, можно повесить 18 килограмм. Любимая длина не вижу. Что за фигня? Ну, не видишь. Вот. А, вот нашел, 22, показываю, 22. Ну, у нас там выключатель, поэтому как раз будет хорошо. В конце видео покажу, как я это дело смонтировал. Так, ну а теперь немного. Что, куда пойдем, Настя, теперь что-нибудь еще? Ну да, у меня там есть небольшой списочек. У нее есть небольшой списочек, да, поэтому все. Шуршим дальше. Куда теперь? Смотри.
смотри, а вот этот, типа, вот один, если крючок вот повесить на дверь, туда, ну, на дверь, ну что это, смотри, один крючок $4, а мне нужно два, там бы два повесить на дверь. Ладно, давай повешу это сначала, посмотрим, не будет хватать, всегда докупим, сделаем. Не последний раз в магазин идем. Для тех, кто не знает, Target — это магазин всякой всячины. Здесь есть хозтовары, всевозможные коробки, вешалки, там батарейки, всякие-всякие сковородки, кастрюли и прочее-прочее. Есть одежда для детей, для взрослых, парфюмерия, косметика, товары для дома, там куча-куча здесь всего. Видите, картины, ну, масса всего. А вот здесь даже отдел, можно купить там, видите, даже там здесь холодильники, есть всякие чипсы, сладости, и даже в холодильниках можно купить всякую разную еду. Даже, кажется, то ли, да, фрукты там что ли есть. То есть он такой разнообразного ассортимента магазин. Здесь много-много всякого на выбор. Вон туда дальше еще. Он огромный. Обычно таргетские магазины, они такие большущие. Большущие. Надо положить ее. Насте надо положить всякое-всячину, поэтому берем такой контейнер. Надо посмотреть, сколько стоит. Ну, все, сейчас метнусь. О, такая же фирма, как для наших крючков. Есть всякие тут, видите, проверки цены. И какая же цена? $6. Ну, нормально. Нормально. Так что будет Настя паковать. $6, любимая. Нормально. Нормально. Если на Амазоне покупать, будет дороже. Реально. Нормально. Главное, с крышками. Так, нужно тебе что-нибудь такое покушать? Видите, тут полузамороженные продукты, молочные продукты. Цены здесь чуть повыше, чем в Костко. Да, мы проверяли, как бы. Костко, кстати, отсюда недалеко, минут 8 или там езды. Ну, короче, меньше 10 минут. В Костко, в которой мы были, кстати, недавно. Цветочки. Любимая, давай я тебе цветочек сразу куплю, солнышко мое. Не надо мне сразу. Сразу не надо. День Святого Валентина, День влюбленных, Папажа. Все. Что это такое, да? Ты мне еще скажи, на 50 лет сразу подарить цветы, да? Да, на день рождения сразу. На день рождения, то на 8 марта. Май. Ну все, пока тут стеллаж стоит, сразу стеллаж подгоню. Так, видите, здесь всякие стаканчики, держатели. Ну, цены, если кому интересно. Вот. 10, 13, 17. Много всего. Здесь мы видели кастрюлю, кстати, за $70. Пошли, Настя, мы кастрюлю посмотрим. Можно. Вот здесь была кастрюля за $70. Здесь она стояла, хоть написано 60, я ее проверял, носил к пикалке. Здесь есть сковородки, всякое разное. Нам нужна крышка на 9 дюймов, кажется. Так что сейчас посмотрим. Так, а цены? Вот. $50. Такой набор из двух штук. $40 набор из такой большущей сковородки. За $30 одна большая. Ну, похоже, керамическая. Вот наборчик за $60 из трех. С тефлоновым покрытием, нержавеечным. 55. Такой наборчик из двух. Ну, в принципе, есть что выбрать, но прикол, я не вижу крышек отдельно подающихся для сковородок. Есть сковородки, вот цены, видите, сотейники, опять сковородки, но там, любимая, дальше налево, шагов 20. Так что крышку купить на сковородку не такое-то простое дело. Я обошел этот стеллаж с другой стороны. Тут еще есть сковородки. Вот цены. Видите, там 22, 28. Такая неплохая кастрюлька. Не знаю для чего. Наша семья столько не съест. А, ну, она легенькая, тонкая.
эмалированные обычные. То есть кастрюлек таких толстых нет. Не видно, по крайней мере. Да. Легкие, тонкие. Тефаль. Ну, это уже пройденный этап. Вот цена, видите, на тефаль $23. Такую огромную сковороду. Типа как вок. Видите, такая круглая. 45. Ну, плюс еще налог будет. 6,25%. Кастрюля, даже тефаль. Ну, короче. Бесценно, да? Он не считывает. Не считывает. Ну, не знаю, Настя. Я хочу, знаешь, это поставить там вот. Что? Получается, где наша сушилка, ну, для где вода стекает с решетки. И рядом поставить там угол у нас этот. Я хочу сюда вот эти вот, знаешь, там лопатки, там поварешка, чтобы они вот здесь вот стояли. Потому что там очень все у меня. Понятно, но мне кажется, надо поуже брать, не? Почему поуже? Наоборот, здесь много, чтобы влезло. Ладно, я туда буду половник засовывать. Половник, да, там всякое. Все. Красиво, просто. Красиво. Цены я не... Ну, бесценная вещь, бери. На кассе узнаем, Настя. Как ты думаешь? Мы подошли к тому месту, где это все. Я думаю, надо взять. Там крышка, да, непонятно. Может, что-то получше будет. Ну, короче, я думаю, $13. Давай я пойду. Пропикаю. Ладно. Я узнал, сколько это стоит штука. $13. Просто нужно было подносить очень близко. Как-то так не сразу, но сработало. $13. Нормально. Мне нужно для Настя берет серебряного что-то. Протирать, потому что у нас вот эти в пятнах мультиварка. Для зеркального? Все, либо печь. А, для... Все. Понял. Салфетки для нержавеечной стали. Да, вот такой. Нифига себе, специально даже так придумали. $5 салфетки. Нет, 4,5. Ну, фух, буду... полегчало. Да ладно. Я думаю, 5. Нет, 4,5, любимая, 5. Смотри. 4,5. Виман Вайпс. Да ладно, мне надолго хватит. Что там, одной салфеткой все протереть. Все, оправдалась, ты прощена. Все, идем дальше. Еще у нас в нашей корзинке появилось средство для очистки стекол и зеркал. И цена этого удовольствия 3,99. Так что по чуть-чуть мы тут всякой мелочевкой затаримся. Комет? Не, спасибо. Там у меня еще есть комет. Спасибо. Ванну. Что-нибудь бесхлорочное. Хорошо, ладно. Здесь тут есть даже оптика. Есть аптечная часть. CVS аптека. Так что, ну, короче, много всего в Таргете. Полно-полно. Так что на любой вкус. Ну, народ в этом Таргете всегда немного. Сколько мы не ходим, всегда немного. Так что здесь можно спокойно ходить, выбирать, не толкаться. Вот аптека, по рецепту там застойка заказываешь и прочее. Кстати, если вам нравятся такие маленькие видео, где не Костко шопинг там на несколько сотен долларов, пишите комментарии, мы тогда будем снимать чаще. Может, в Костко мы ездим, ну, раз в 2 недели, раз в неделю, раз в 10 дней. Как бы не набегайся в этот магазин костовский. А здесь, и не только здесь, мы что-то по мелочи в небольших магазинах покупаем. Так что жду ваших комментариев, нужно ли снимать такие видео или ну его нафиг. Раз в 3 месяца. Настя хочет посудомойку прочистить. Маша, мы куда заселились, ее не полоскали. Это. Ну, полосуют домойку, у нас полоскает плохо. Я там ее прочищал, смотрел, там мусора нет, но все равно, в целом она плохо прополаскивает. И это, надо включать полоскание 2 раза. Ладно, солнышко мое, давай пошли отсюда скорее. Нет, смотри, у нас мыло. Нам уже пора. Я брала мыло. О, да, это мыло хорошее, а другое вот там... Есть этот, который заливает, будем брать? Ну, бери. Бери. Это 4,89, а это 8,99. Ну там могут они... Смотри по граммам, потому что могут большое... большое продавать дороже. 975 чем... миллилитров. А, 370 и 975. Ну понятно, туда это большое дешевле. А то я когда-то давно-давно видел порошок, который большого объема, он был дороже, чем такого же объема 2 маленьких. Так, и нам надо сейчас палочки для зубов закончились. Палочки для зубов? Ну, палочки. Вот эти вот, которые, а, зубная нить. Зубная нить. Рогатинки такие, рогатинки с ниточкой. Как это называют? Хорошо.
идем искать. Настя говорит, о, мне еще вот это нужно, пускай женщину в магазин. Сейчас понахватаю здесь с полок всякого разного. Чем они разница? Смотри, вон что написано, и вон 95%. Это что такое вообще? Это такие губки белые, протираешь, вот как раз на столешницу, у меня пятна, я там раз-раз-раз, и она отбеливает. Вот видишь? Ультра магический, 95 меньше царапин, что ли. Это многоцелевая у меня в руках. А это 95 меньше. Не знаю, Настя, сколько это стоит фигня? Давай, ладно, вот это, вон душу. $6. Они одинаковые. $6 за то, чтобы протирать губочки. Ну ладно. Чего не купишь ради любимой. Мы нашли отдел для ухода за полостью рта. Ну вот цены на всякие щетки. Ну мы не такими пользуемся. Ну я просто вдруг кому интересно. Такие, надеюсь, это нейтральная величина. А то я такой в рот себе такой не засуну фигню, чтобы прочесть. Как она маленькая. Маленькая, блин. Ладно, давай. Мы как-то а брали. А вот, Олег, вот такая она. Все отлично. Ну уже... что, ну со вкусом с каким-то. Ну просто тут больше ничего нет. Это только надо в другом магазине. Ну, нет, давай, давай возьмем. Сколько она там стоит? $3.49. $3.5. А это какие-то вообще непонятные. А, тоже вот рогатка есть, она подешевле. Так, смотрим, что здесь рогатинки какие-то. Ладно, давай возьмем такой привычного размера, Настя. Давай? Ну, привычной формы. Сделали, что не видать. Зубные щетки вот всякие разные, видите, по 5, по 6 долларов. Получается вот такая вот. Ну, мне нравится, который мы когда-то тали Oral-B, самый нормальный. Ну, ладно, давай возьмем эти. И стратим. А это, видишь, какие-то вот плоские тут, они... Ладно. Ладно. Закончим. Когда платишь деньги за то, что не очень тебе нравится, да? Ну ничего, поехали, бывает. Oral-B где-нибудь купим. Да ладно. Еще покажу отдел всякой мелочевки. Всякие мелкие пузыречки, мелкие там всякие очистители. И тут оно по ценам, я где-то цены, ну, 99 центов, что-то $3. Но здесь там санитайзер для рук. Что такое маленькое там, дезодоранты маленькие. И прочее, и прочее, и прочее. Всякое такое. Здесь даже, я помню, здесь где-то были. Ну, это тоже, видите, маленькая. Маленькая, мелкая. А, вот они. Пустые бутылочки. То есть, хочешь шампунь набрать или что-то. Взял такую бутылочку. Цена бутылочки не знаю, но я не думаю, что там намного стоит. В поездку едешь, отлил себе любимого шампуня. И все. Ну что, Настя, идем на кассу? Наша покупочка в корзине, в пакетиках, и цена вопроса, видите, 86.93. $87 набежало тут по чуть-чуть одного, другого. Ну, самое дорогое это вот как раз для $24 вешалка. Так что теперь едем домой, буду вешать вешалку. Да, любимая? Да, капучино. Да, сейчас мы ждем капучино, мы здесь. Вот здесь у нас стояла вешалка. Это у нас такой угол возле холодильника. И здесь была вешалка. И она сломалась. Теперь планирую вот здесь повесить то, что мы купили. Вот она у меня в руке. Думаю расположить вот так. Где-то на такой высоте. По центру между этой белой частью и этой белой частью. Сейчас разберу, посмотрю. По идее должно быть два шурупчика. Вкрутил. И, в принципе, все. Так что еще немного, и вы увидите результат. Кстати, я не заметил, но на обратной стороне есть набор крепежа. Как раз вот для таких рыхлой поверхности, для гипсокартона. Видите, здесь коробочка прям закреплена. Это хорошо. Сейчас попробую это. Может, просто на дне шурупы сначала. Потому что у нас стена такая не гипсокартонная, а какой-то другой материал, но тоже не сильно прочный. Поэкспериментирую. Я продолжаю удивляться. Здесь есть даже инструкция, как вешать. Здесь были пластиковые штучки, которые крепили картонку. Есть шурупы, есть даже заглушечки, чтобы потом закрыть. Так что все выглядит хорошо. Остается только хорошо мне все сделать. Шуруповерт.
дрелью. Это у меня есть. У меня даже есть уровень. Так что сейчас займусь. При монтаже у меня здесь выяснился небольшой момент. Видите, электропроводка, она вверх проходит. И у меня шуруп как раз здесь. Я просверлил тоненьким сверлом. Проверил, что там за этой панелью пустота. Положил уровень. И дальше прикрепил с этой стороны. Так что почти закончено. Все, работа закончена. Долго мы искали эти крючки. Одежды у нас здесь, видите, немало. Но зато готово. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если подписаны, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всего вам самого лучшего. Пока!